Добрый вечер. Приветствую всех. Wall Street Online возобновили выпуски. Буквально, как слышно, есть ли звук, трансляция, и этого хватит вполне. Спасибо, Олег. Вадим, спасибо. Все отлично, да? Вот. Каждую пятницу 20:00 был небольшой перерыв. Вот. Ну, август точно будем собираться каждую пятницу по этой же ссылке. Вопрос, делали сегодня рассылку? Вам пришли письма? Да, нет. Потому что надо менять, наверное, сервис рассылки. Есть, да? Хорошо, работает. Так, вот анонс прямо на экране. Две хорошие новости. 10 августа стартует Basic курс торговой стратегии базовые на базе объема и платформы Wolfix. Это будет веб, да, то есть вебинары. Но появилась возможность, первый раз будут проводиться вживую в Москве обучение. Вот те, кому удобнее и лучше заниматься вживую, и вы проживаете либо можете приехать в Москву на это время, вот 4 августа начинается тренинг в Москве. На экране контакты, вот по ним регистрируйтесь. Еще есть время, если не ошибаюсь, там можно, вернее не можно, будет первый открытый вебинар, будет проводить Елена Сон и, если не меня не подводит память, еще трейдер, который, я еще с ним не знаком, не знаю его имени, ну 100% будет Елена Сон. Вот, так что вот контакты вы видите. На курс Basic вы можете зарегистрироваться. К сожалению, меня не будет. Видите, постоянно вот две недели пришлось помотаться. Вот. На сайте зарегистрироваться, заполнить анкету. И, в принципе, те, кто только начинает объемный анализ, это вот курс Basic. Осенью будет обновленный проф-курс, он более будет основан на практике, и так как у нас появляются постепенно новые сервисы, стратегии, которые уже применяются как раз исключительно на тех движках. Сегодня мы еще затронем новые функции, ну и рассмотрим рынки, как обычно. Второй уровень в конце августа, еще обсуждаются даты, там будет тоже обновленный курс, совсем новый, буквально там на следующей неделе будет анонс, да, вроде на следующей неделе, либо в конце следующей недели на сайте, ну, либо в рассылке узнаете. К сожалению, пока меня не было, были неплохие движения на рынке, были изменения и отчеты, и новости. Буквально вот целую неделю мониторил, что произошло, и вливался в ритм. Есть что обсудить. Новые функции. Смотрите, есть у нас такой модуль System News. Здесь периодически выходят такие новости, что изменили либо добавили, поэтому проверяйте, посматривайте. Вот появилась возможность создавать разные дески, рабочий стол по типу как вот Windows 10. Можете между ними быстро переходить. Также еще в TickChart добавлен режим B-Desktype по агрессору, в TickSearch Delta и опять же агрессор, и в Option Desk добавлен график открытого интереса для страйка. Еще не смотрел,
Поэтому про операционный деск пока ничего сказать не могу, что это даст и как к этим пользоваться. Потом, ну, 1-го и 6-го это вы уже видели и уже, наверное, используете. Так, ну вот такие обновления. Все, ждем. Осенью появится новый сервис. Поэтому где-то в сентябре, в октябре мы планируем его запустить. Сейчас он проходит тестирование. Новости. Итак, очень-очень-очень насыщенная неделя была. И учитывая понижение процентной ставки до 11%. Ну, скриншот сейчас появится по сводке новостей, которые были на этой неделе. Некоторые хочу прокомментировать. Сейчас откроется слайд. Сейчас я вопрос. Январе что-то было 750, потом 60, нефть 45. Почему сейчас ММВБ? Сложно разобрать вопрос. Так, давайте пока по новостям. Надо это все переварить. Так, стоит выделить момент по... Ну, то, что оставили процентную ставку, уже всем известно. ВВП квартальный по штатам. Вчера вот предыдущий 0,6, ждали 2,6, вышел 2,3, хоть и красным выделено, но обратите внимание, что насколько большой скачок по ВВП. Это нельзя упускать. Ну и решение по процентной ставке понизили, в принципе, как и прогнозировали аналитики. Вчера мы, как бы те, кто в сообществе на Facebook Wall Street Online, скриншотом предупредили, что вот это нужно не пропустить. 14.00 может выйти отчет, и это не стоит упускать. Это на следующую неделю. Здесь, еще по прошлой неделе хочу подчеркнуть такой момент. Вышел отчет по индексу швейцарскому KOF, да? Опережающий индикатор. Можете прочитать о нем в интернете, что туда входит, в какие показатели. И я специально даже скриншот сделал. Это исторические данные. Обратите внимание, какой скачок относительно предыдущих данных. Если я не ошибаюсь, даже на крутых финансовых каналах об этом говорили, что очень-очень большой скачок. Я посмотрел на истории вот KUF. Ну, зачастую, вот даже вы можете видеть тоже очень сильный прыжок. Затем было несколько месяцев, даже не месяцев, а длительный период, позитивная ситуация. Если посмотреть на FESX, там достаточно позитивно себя чувствует индекс. Ну, почему-то в Германии немножко хуже в DAX, но вот FESX очень как-то уверенно себя ведет. Ну, собственно, как раз под проблемы с Грецией, они там, видно, разместились на покупку, пока все в ужасе скидывали позиции. На самом деле, вот начал смотреть разные ресурсы, читать, что произошло, что происходит. Такое ощущение, какой-то ужас творится. Просто везде на фотографии какие-то автоматы, что-то там, ну,
какой-то абсолютный хаос на планете. Вам не кажется, просто новости даже как-то страшно почитывать, потому что в Америке какие-то забастовки, там еще что-то. Это не просто так. Причем S&P, вот как и ожидалось, я на вебинарах этих, ну, на Wall Street Online говорил, что летом, в принципе, ждем флетик. Флетик, а осенью, я думаю, что чуть-чуть подзавалимся, ну, посмотрим. Похожую картину можно было наблюдать в 2008 году тоже. Боковик лета, все. Жуть, жуть по новостям, жуть по отчетам. И осенью началось. Итак, прогноз 90, факт 99,8. Это очень сильный, сильно позитивный как бы триггер. Поэтому по евросектору прислушайтесь. В принципе, KEF, ну, не сильно там сачкуют в этом плане. Я даже заходил на сайт организации, которая собирает эти данные. Там помимо KEF есть еще несколько тоже интересных опережающих индикаторов. Просто вбейте в Гугле, быстренько найдете этот сайт. Точно, я не помню, как он называется точно. Легко его найти. Так, об этом сказал. И еще тут были отчеты. Это финансовый сектор. То есть Штаты сейчас отчитываются много банков. И, в принципе, если присмотреться, статистика практически по всем банкам такая ровная. Стараются не упасть лицом в грязь. 91, 91, красненькая, потому что прогнозировали 96. Здесь 37, вышло 37. То есть, ну, нереально каждый квартал делать одну и ту же статистику, как бы, ну. Причем по многим отчетам. Так что здесь все вроде как позитивно. Скорее всего, там дела еще хуже, и отчеты достаточно ну, лживые. Как по мне, это не особо надежная информация, поэтому, ну, мы уже не раз это обсуждали. Так, интересно, что у нас по рейтингу. Давайте посмотрим за неделю сделки. Не было времени изучить каких-то трейдеров, посмотреть. Поэтому сейчас вместе неплохо. Ну как неплохо, есть хорошие мысли, а есть нехорошие. Ну, лидер вышел по делу, нечего там сидеть в убытке, хорошо было 28-го. Так, Севен, продолжайте. Ну вот пирамидки, это, конечно, ну еще никому не приносило особо большого и стабильного успеха. 5D Trade, отлично. Отлично зашли и поспешно вышли, ну, дело такое. Стоит без убыток, все отлично, мне нравится. Ограничен стоп-лоссиком, тут нет стоп-лоссика, один контракт болтается ZX183. Со входом проблема, ну, так. Друзья, старайтесь вставлять свои ники, какую-нибудь аватарочку смешную. Так веселее наблюдать за рейтингом. Так, тут у нас невероятное количество миллионов в плюсе, 31 миллион долларов. Карлос на пятом месте, даже на четвертом. Покупку, конечно, взял шикарно. Особенно вышел. Вот, 13 часов, отлично. Так, Арчелла. Немножко эмоционально
выходил, но это можно исправить. Рюрик. Вот эта распространенная модель, что на покупку, что на продажу на S&P, вот закрываются на максимуме дня, и вечерняя сессия не уходит ниже основного массива, который сформирован на максимуме. Ну, потенциально большая вероятность, что тенденция сохранится. Ну вот, в общем, Рюрик и прощупал этот момент. Молодец. Стоп-лоссик бы еще. Было бы интересно посмотреть, как трейдеры работают с ордерами при переносе позицию на следующую сессию. Там тоже свое искусство и свои методики, у каждого свои. Это так, что-то слабовато. Так. ATP NGP. Новый трейдер. Аккуратненько, без, как говорится, шума и пыли. Продолжайте. Интересно. В принципе, достойно. Так, тут американец шортит индекс USA, а он все растет и растет. Мы сейчас будем рассматривать S&P, посмотрите, какой там интересный момент есть и на RTS, и по многим рынкам. Макс, ух ты, вот это да. Тоже правильно вышел 28-го. Тут, наверное, вышел, да, вышел из позиции и снова зашел. Ну, тревожно, тревожно. Так, Чикаго Хиро. Ну, смотрите, достаточно неплохой рейтинг и растете. Растете не по дням, а по часам. Так, еще один. А, нет, это тоже только чуть-чуть рейтинг упал. Так, РТС, давайте заглянем. И рубль. Смотрите, если большинство не против рассмотреть именно российский рынок, то напишите тикер, там РТС или рубль, больше времени уделим непосредственно этому рынку. Если очень мало людей, например, торгуют S&P, то мы не будем особо останавливаться на нем, а лучше на РТС детально рассмотрим ситуацию. Так, Макс. Квадрат белый Малевича на аватарке, и из рынка абсолютно не выходит, не дает ему покоя. Скажите, а вот многие на торговых счетах реальных вот так на ночь оставляют позиции без стоп-лоссика? Не, мы S&P рассмотрим обязательно. Обязательно рассмотрим, просто если мало людей, как бы, то не будем там детали сильно вдаваться. Так, Риксос. Судя по всему, уже несколько недель стоит в шортах. Стоят стоп-лоссики на 10 контрактов. Все правильно, хорошо. Это, скорее всего, сработал технический стоп-лосс. Ну, я помню, что рассматривал только позиционную торговлю. Смешная аватарка такая, Сон 2. Значит, у нас шортец висит. И, судя по всему, еще с той недели. Так, были какие-то фиксации. Алена появилась. Вот у нас есть девушка-трейдер еще. Пополняются ряды. И девушками, женщинами. Это хорошо. Они более спокойнее торгуют, менее вспыльчивые, менее ну, конечно, разные бывают люди, но тех девушек-трейдеров, которых я видел, спокойные, все четко по плану, никаких отклонений. Так, ну, Алена, продолжайте. Вы, получается, пятый в рейтинге. Денчик, Денчик, Денчик. Вот.
Неплохо, почему? Тоже аккуратненько, без шума и пыли, одна сделка в сессию. Хорошо. Отлично. Не рисковал сразу в безубыток, даже может там какой-то небольшой убыток. Что вот это все пересиживать, это все равно, что в русскую рулетку играть. Неизвестно, это до конца вынос стопов или все-таки пойдут ниже. Поэтому вероятность риска, вернее, риск очень высокий. Так, перед открытием сделка открыта, это плохо. Так, нет стоп-лоссика, если вдруг забыли. Ух, это студент наш, он еще стажируется, поэтому не обращайте внимания, отрабатывает, набивает руку. Отрабатывает. Ник Ghost 82. Тоже вот очень много сделок. И есть неплохие. Помучили сегодня, судя по всему, на максимуме многих. Я вот смотрел на прошлой неделе, да и на этой, рынок. Ну вот особенно RTS очень в модели просто вот прям бери на. Скриншоты делай и на стену вешает. Настолько манипулятивная котировка. И обратите внимание, сколько раз за сессию меняют направление, причем достаточно импульсно. Штурмует рынок очень, штормит Карлос. Тут ровно. Так, и Агран 220. Ух ты, какие сделки есть. Ай-яй-яй-яй. Все понравилось, кроме пирамиды. Так, ну вышел уже хорошо. Так, и еще один счет Алекса. Ну, отлично, что. Есть на кого равняться, есть за кем понаблюдать. Это хорошо. Так, позиционно Скерибу стоит на север, тут не придерешься. Клим тоже с ним, хотя на аватарке медведь. Так, стоп-лоссик бы где-нибудь на выходные зафиксировать. Это интереснее было рассмотреть. Так, все четко, все аккуратненько по делу. У Карлоса одни и те же трейдеры в рейтинге. Так, и вот рискнул перед выходными Ник Go 182 прямо перед закрытием биржи. Ох, горячий парень. Так, Майтрат, тут коротенькие сделочки. Ну, в общем, те, кто на покупках, естественно, на доске почета. Так, Еврик, давайте посмотрим, что там. Валютные трейдеры. Ну, понятное дело, там манипуляции происходят, но настолько уже откровенно, прям не, что на рубле, что на РТС вообще не стесняются. Я как чувствовал, наверное, уехал. Драгон, так, на шорте висит, судя по всему, долго. The Miss Stockles любит риск, но вот есть. Так, paper trade. Ух ты. Есть две сделки с хорошим сопровождением. Понравились. Наверное, лимитник сработал. В 1:40 уже вышли. Так. 5D Trade. Вот так вот алмазно работает на Еврике. Отлично. Стоп-лоссик стоит. Ну, я бы уже его
увел бы в более безопасную зону. Нет смысла его держать сейчас в такой позиции. Юнов. Ох, ребята рискуют. Вот где настоящие трейдеры. Пират. Ну. Пират есть сейчас в чате? Вот интересно просто. Это было осознанное решение тактически, либо же все-таки так звезды на небе сошлись. Вышел и такой вот сразу бонус. Клим тоже там зашел. Отлично. Так. Еще один счет пирата. Тут он уже. Вот. Распространяшка. Если не ошибаюсь, зашел 8 контрактов или сколько там, не видно. Судя по всему, да. Тут стоял стоп-лосс. Сделку закрыл, а стопики не убрал. В понедельник открывается терминал, а там неприятная статистика. Так. Новичок, судя по всему, так как. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Вот, мне нравится, что появились новые люди, новая мешкомет. Ну, трудно было на этой неделе, поэтому все, кто хотя бы в плюсе, закрыл уже респект. Так, рубль мы смотрели. Фунт. Если не ошибаюсь, с нами Сабина. Она любит фунт торговать. Так, у нас пират снова на первом месте. Пирамида. Карлос. Ну, опять те же люди. Давайте глянем золото и начнем, потому что здесь много чего надо рассматривать по сделкам. Есть хорошие трейдеры. Те, кто следит за определенными участниками, можно весьма. Так, уже подгрузила, нет? Жасминчик появился. Наверное, тоже девушка. Так, ну. Нет слов. Бурзум НРН. Как видите, на золоте не густо. Так, и интересно нефть. Кто же все-таки за шортил и стоит Dark One. Лишнее было. Понятно. О, Гендальф. Вот где он себя проявил, видите, как массив такой, прям уж напрашивается вопрос, как можно столько раз менять направление на самом максимуме недели. Ну, он, в принципе, его и взял. И вышел тоже, судя по всему, с объемами трейдер знаком, с объемным анализом. Мы сейчас рассмотрим этот уровень. Так, ракета, новый трейдер, хорошая аватарка, отлично. Поддерживаю. Так, надо рассмотреть детально каждое. Здесь не могу комментировать. Карлос. Ай, красавчик, все-таки зашортил. И, судя по всему, дальше валит рынок. Вот кто продает нефть, видите? Карлос. Окей. S&P. Начнем с общей динамики, с основных массивов, которые необходимо выделить. И для начала давайте посмотрим на интервале 1 день за год график, кластер профайл. Здесь что я хочу подчеркнуть, это 2049, 2059 массив. Два раза здесь его, даже три раза формировали этот уровень и протестировали. Тут чуть-чуть не достали.
Раз, два, и вот буквально на днях его еще раз. В общем, уровень на поддержку ключевой. Для позиционных трейдеров, либо среднесрочник, в общем, 20.49, либо там 20.50, 20.60, обязательно взять на заметку. 20.40 это уже край. То есть вот здесь больше по стопам работали, но основная вот объемная загрузка вот шла по 20.50, 20.60. Поэтому те, кто уровни правильно выделяет, обязательно должны были заметить отработку и сопротивление. Еще обратите внимание, что проходили ликвидные сессии, такие по ликвидности встречались только вот в январе и в начале февраля. Ликвидка до этого времени была слабовата, и только две сессии вот здесь на поддержку ликвидностью толкнули S&P выше. Боковик все лето и поддерживают. Вполне может быть хорошим уровнем поддержки, и вот эти все новости негативные, там Греция, еще Китай постоянно нагнетают обстановку, а банки отчитываются в Штатах как бы позитивно. Причем ВВП у нас по USA прошлый квартал 0,6, а это 2,6. То есть они там за весну что-то заработали, ну, в скобках. И боковичок, как бы, вроде все отлично. Там еще какую-то тоже новость по Exxon компании, вроде опять раскачивают нефть на продажу, уже, ну, не могут найти никаких причин, да, почему нефть падает. Уже какие-то статьи выходят про отчеты Exxon, Comco, да, между трейдерами акция. Я посмотрел, в момент выхода новостей она немножко упала, но в четверг, ну, пятницу она отработала рост, и, ну, все падение, мы сейчас ее рассмотрим чуть позже. В общем, выделить массив очень ключевой, это 20.40-20.60. В принципе, если ну, в августе останется в этом коридоре, то на осеннем контракте пробитие вот этого уровня уже будет говорить о том, что слабость у байеров и вполне есть шансы на разворот рынка. Обратите внимание на вот этот рост. Он идет на падающей ликвидности. Видимо, не особо большой ажиотаж там запрыгивать на бай. И эти все колебания происходят искусственно. То есть держат в коридоре, вроде не покупают, но и не дают раньше времени упасть. Ликвидность летом меньше, все отдыхают, путешествуют, и также и трейдеры, и финансовые компании меньше принимают ключевых решений по покупке каких-то акций, либо же там каких-то ключевых размещений крупных. Это все делается осенью, либо весной. Зимой тоже начинаются праздники, немножко активность может ниже быть со стороны крупных участников, но объем также был на поддержку вот относительно вот этого массива. Вот эти сессии вот подозрительно идут на слабой ликвидности, поэтому те, кто все-таки желает шортить S&P, присмотритесь. В понедельник, вторник вполне может быть какой-нибудь шортец, если будут жестко отрабатывать 21.05, 21.10. Давайте посмотрим, что там по дельте. Это спот у нас по баксу. Итак, дельта соответствует. 28 числа резкое изменение активности селлеров на байеров и сохраняется с этого числа до текущего дня. С учетом того, что
раз, два, три, четыре, пятая сессия идет на покупки, все равно дельта на стороне байеров. То есть там и фиксируют в конце недели перед выходными, и плюс весь этот негатив, который идет в четверг, пятницу по всем биржевым каналам, все равно дельта плюсовая, поэтому присмотритесь к массиву четверг плюс среда. Это в районе 20.90, 20.98. Если будут поддерживать, ну, не пустят ниже, могут байеры себя идентифицировать, и попробуйте там среднесрочно или даже интрадей поработать с этим массивом. Так. S&P по открытому интересу выглядит вот таким образом. Немножко закрываются, не глобально, но и не заходят агрессивно. То есть идет либо выброс по стопам, потому что ползут они на, ну, на покупку медленно и аккуратно падает открытый интерес. То есть не массовый выход, прощупывают почву. Вот. А набирали позиции как раз вот на этом участке, когда рынок был на падении. Так, по S&P, и давайте возьмем более детально уровни за неделю. Так, здесь бесспорно понедельник на покупках, и это ключевой уровень поддержки. Дозагрузили во вторник, то есть понедельник плюс вторник у нас коридор с поддержки на 2068, 2058, ровно 10 баксов, как будто прям вот под линеечку. Массив на максимуме 100%. Байеры собрали всех селлеров, которые думают, что рынок отсюда 100% будет падать, так как устали уже покупать. Вот они их там собрали. И мы это тоже выделим в качестве поддержки, хотя ее уже защитили и на евросессии, и на Америке. Но, как видите, четверг тоже отработал этот уровень, поэтому с ним считаются и не пускают ниже. Возьмите на заметку. Объем 1 на максимуме, объем 2 и объем 3. Как видите, все, что там разместили, не создало никакого сильного давления на цену. И за 3 раза цена не упала. То есть тот объем, который там зашел, не создал такого давления, чтобы пошли сильные шорты. Поэтому вполне может быть этот массив собран крупными байерами, толпу собрали продавцов, и давайте его выделим. Коридор этот удивительный. 21.00, 21.05 с половиной. Вот массив один, второй на закрытии, и вот третий сегодня на Штатах. Могут протестировать четверг, возможно, даже там понедельник либо вторник будет снова тестировать эту поддержку. Это даже хорошо. Вот, свои стратегии и сценарии просчитывайте по относительно этих уровней. Так, объем пятницу небольшой, оно и хорошо. Так, РТС, РТС, РТС. Тоже котировка за год склейка контрактов, и наконец-то прошли крупные объемы, больше миллиона контрактов за сессию. Этого не было вот начиная с мартовского контракта с февраля. Обратите внимание, как заходили крупные на покупку до. Загрузились, поставили уже конкретную печать на покупку, и массив этот не позволили пробить.
Первая сессия за миллион. Здесь была серия крупных по ликвидности сессий, поэтому массивы с этими в эти дни, да, вот эти все объемы мы сейчас выделим и обращайте на них внимание. Так, 29 числа вот здесь больше миллиона оборот за эту сессию, поэтому начинаю вот раз, два, три, четыре. Все растет, растет активность. Так, восемьдесят, ну давайте 4 ровно, 83. Пока поставим поддержку, так как пятница не ушла ниже. Сейчас дойдем до открытого интереса, и пока мы просто выделяем массивы, не переживайте. Все накладывается слоями, то есть информация. Сначала выделяются массивы, потом что с ними произошло. Закрыли, вышли, открыли, это все вот таким образом. И потом становится ситуация намного яснее, нежели просто на котировку смотреть. Так, массив и вот надежда 83-84, но нефть падает и похоже, что остановить пока нет ни у кого сил. И еще один массив 94-96. Здесь он двойной на 89-91, даже можно захватить 91 ровно. Раз и два. Вот. Пока одна сессия была на рост, вот как раз та, которая самая объемная, и продолжения тенденции не было. Поэтому еще каких-то надежных или уверенных триггеров на покупки чисто по моделям слабовато пока. Байеры себя проявили, возможно, будут дозагружаться, может, нефть развернется, но пока вот сессия была объемная, но следующий день абсолютно даже выше максимума не прошел. Давайте посмотрим открытый интерес по РТС за последний период, за этот контракт. Давайте возьмем с марта для сравнения. Так, склейка двух контрактов. Вот у нас зашли. И рост пошел сразу, повыходили. Зашли. Повыходили. Тут заходили конкретно на поддержку. Здесь у нас стартовал июньский контракт как раз этих уровней. 83500, 84. Прощупывали на предмет повторной поддержки. И тут не прошло. Вот они. Ну, в общем, следите. Надо обязательно одолеть 87-ю, потому что объем зашел крупный, но никакого влияния на рынке не создал. Дельта. Сорок семь тонн, вот та сессия объемная, и повторно вот сегодня на этом же диапазоне опять же идут байеры. Коридорчик выделить 85-86, на всякий случай вдруг снова себя будут проявлять именно они. Но вроде активность байеров попробовали, сразу же пошли атаковать селлеры. Селлеры более дольше удерживают контроль пока, начиная с начала июля. Вот это первые признаки. Нужна, судя по всему, какая-то надежная информация, либо события. Ну вот пока не уверенно себя байеры ведут. Пробуют, но Штаты с этой нефтью уже всю плешь проели.
Так, РТС и уровни этой недели. Предлагаю сейчас пробежаться еще по Газпрому и Сбербанку, так как торговать РТС и не анализировать эти две акции. Это ядро недели. Даже вот эти захватим активы. Такс. И широкие за две сессии, особенно вот вторник просто уникальный. Я помню его более точно. Вот первый массив — это понедельник. Здесь формировался второй. Ну, мы их как бы суммируем, чтобы меньше ли не было. Среда уверенно тащила на покупку, и четверг модель достаточно сомнительная со стороны продавца. Ну, в принципе, неделя сомнительная. Тут, я думаю, правды мы никогда не узнаем. Ну, хоть массивы отметим. Объем, который разместили в четверг под закрытие, так и не одолела пятница. Вообще нету силу байеров. Все, что они выдали, объемы вот на рост советую выделить. Здесь поддержка, потом вот этот коридор обязательно возьмите 86, 85, 500. Если вечерка особо не психанет на продажу и понедельник где-то в этом коридоре откроется, могут в принципе там дозагрузить, если на то будут причины. Раз, видите, вот четверг подозрительно загрузился. И вот под закрытие опять же снова. Судя по всему, финансисты, трейдеры смотрят, что происходит по штатам. На, скорее всего, акции нефтедобывающих компаний поглядывают, либо же котировку нефти, и уже решение принимают на закрытии сессии. Ну, ближе к закрытию сессии, когда торгуется Америка. Идет четверг, пятница, как раз именно в этой. Так, мы выделим пока вот нейтрально, посмотрим, как будет понедельник плясать от этих уровней. Ну и сопротивление, как бы потолок четверга и недели, в принципе, тут и так ясно. VWAP. Ух ты, что это я не то включил. Так, ага, понятно. Вот такой. Появился фильтр для TF2, этого очень не хватало. Это хорошо. Идем дальше. А, Сбербанк и Газпром, да. Сбер за год. Восемьдесят — это психологически сильное сопротивление, наверное. Но крупные проявили в июле себя пару раз. Значит, сессия на уровне 72-73. А если точно, то да, 72,5 запрыгивали, и 27 числа на 68,5. Ну, это, скорее всего, те, кто и на 67,5 заходили. Поэтому поддерживали объемом уровень, в принципе, с ликвидностью. Сегодня, обратите внимание, ликвидность на Сбере в пятницу. Еще бы пару часиков дневной сессии, да, я думаю, дошли бы до 20, уровня 27 числа. Давненько не было таких объемов, как видите, с апреля. Это есть хорошо. Так. Что еще тут выделить? Ну вот, ориентируйтесь пока на этот уровень и
Может быть, все-таки удержит котировочку выше и не какие-то массивы мы выделяли. Так, а на Газпроме, как видите, такой заинтересованности и активности мы не обнаружили. Плотно идут, но нет пиковых значений, вот как на максимуме, либо там в 2014 году на минимуме по 130. Ну, рабочая ликвидность, так, за год не особо высокая, но зато стабильная ежедневно. Как видите, волатильность упала. Массив 134 можете спокойно выделить. 138 тут уже, если думали зайти, то ведь уже пока отработали. Если есть причины, видите, тоже пятницу и Газпром почему-то себя объемно ведет. Возможно, прошла, зашла какая-то информация. И по-быстрому перед выходными сопротивление 154, 151. И вот массив, интересно, его ну, можно выделить, но уже в качестве защиты. Вот здесь 146. Как бы его там передвинуть. Так. Пиу. Вот так, да. Вот так защитили. И пока вот не пускают. То есть котировочка 146, 148. Сопротивление мониторить те, кто работают позиционно. Пробитие этого уровня. Ну, если нефть начнет расти. Раз, два, три, четыре сессии идут на рост. Стабильная ликвидность. Даже захотелось посмотреть дельту по Газпрому в этот период. Макс, к сожалению, текст сарказм не передает. Так, ну как видите, с 27 числа пока активность байеров, но это еще не показатель. Пробовали они уже и здесь. Ничего не получилось. Но растут стремительно. Тут-то понятно, особо не получалось у них, а здесь 4 сессии так уверенно толкнули 134-й до 144-й практически. Ну, понаблюдайте за вот этими дельтами, уровнями, будут ли поддерживать 140 и 137. Если откровенно это будет происходить на следующей неделе, почему бы и нет. На следующей неделе что-то должно произойти. Забыл уточнить. Сейчас какая-то новость должна пройти. А, вот. Сюда не попала статистика. В общем, решение по процентной ставке в Индии. Там много споров и, скорее всего, ее понизят. Так, на всякий случай. Британия процентная ставка, четверг. И все, да. Ну и безработные в пятницу по штатам 7 августа. Понятно. Четверг, пятница, в общем, будет штормовое предупреждение, аккуратней. Так, ну давайте уже Сбер захватим и быстренько на валюты. Там тоже есть что посмотреть. Так. Ну, здесь активно работают. Байеры практически каждую сессию трудятся. Ну, их периодически надо скидывать, это само собой. В общем, 69-ю, судя по всему, так
серьезно решили поддержать. Эти только подходят, сразу выбрасывают и объем, и дельта на стороне байера. Вот эти две дельты, присмотрите, 71 и 68,5 на 73,5. Вот здесь вот кошмарик сидит, пробьют, есть шансы на рост, там уже 76 впереди. Но надо стабильную экономику и дорогую нефть. Так, валюты. Евро. Вот такой вот ход конем. Возьмите на всякий случай. Очень аномально. Ну, сколько там точно? 11 тонн за день. Ну, видите, не часто такого происходит. 29 там 6,5 еле-еле. Поэтому пускай будет этот уровень. Это у нас дельта. Нам нужен еще массив. Ой. Вот. Остались линии с прошлого Уолл-стрит. Пока вот вышли за уровень, за линию поддержки. Массив поддержки как раз вот на 1.09.1.10 пока вот не пустили ниже. То есть еще есть варианты. 1.1 и 1.08.5. Так, следующий момент тоже, видите, активность сегодня на многих рынках по ликвидности, и уровни пятницы обязательно нужно выделять, в понедельник они вам пригодятся. На фунтяке наоборот, ликвидность немножко падает летом, но это, в принципе, сезонно. Так, мы сейчас чуть-чуть запрессуем котировку и сделаем такую вот бяку. Так. Сори. Ладно, не будем тратить время на эти настройки. Вот две сессии, 160 тонн, пока 1.55 не осилили. Массив тоже отработали. Уходят слабо. Судя по всему, рынки ждут каких-то новостей, и их просто столько уже, что когда тут собираются трейдеры, не знаешь, на какую тему интереснее общаться. Все такие, прям драматургия страшная. Тоже на фунте активность. Ну, здесь уже раз, два, три, четыре раза поддерживают любой массив, который выходит на рынок с объемом. Становится ступенчато, возможно, скинут там до 1.51. Но это как раз будет уже доформированная голова и плечи. 1.57 это ядро контракта. Ой, контракта, сори. Тюлень уберем. Это же за год котировка. Позиционненько. Пока ликвидности такой нет, как проявилась на S&P и рубль. Здесь также за длительное время, как видите, ликвидность топовая. Такая была перед стартом с 43 по 46 на 70. Так, на всякий случай, осторожненько смотрите. Аккуратненько там шортами, потому что шортов там пока не видно. Вот здесь вот еще затаривались знающие люди, как видите, как это происходит.
Аккуратненько под линеечку всех помучили. Классика, да? Ликвидность упала. И вот здесь давайте выделим для трейдеров на баксе. Вот коридорчик 61.30, 60.350. Сессия открылась прям вот с воодушевленным, очень сильным стремлением на север. Поэтому если понедельник не отреагирует особо там на новые цены 62 и не вернется к четвергу, то, наверное, будут продолжать затариваться на север и по 61. Спот 1, 2, 3, 4 сессии, все на повышенной ликвидности. Это уровень ориентира, мониторить. И вот второй, просто вот плита. Это даже позиционным трейдерам пригодится. Уровень давайте точно выделю, чтобы 57 800. По 58 600 не укладываюсь время. Так, спотик. Так, давайте возьмем. А тут нам уже не нужен за год, просто за 2 квартала, март. Ну, инфляция пока вот идет на всех валютах постоянно, поэтому наличные, конечно, можно хеджировать на всякий случай от очередной инфляции. На споте тоже повышенная ликвидность, тут бесспорно соответствует и фьючу. Ну, невозможно не заметить такое в открытую. Упертый рост, и начали тариться, судя по всему, уже под конец июня, даже некоторые раньше. Вот, смотрите, как плотненько на минимуме. Но это, наверное, самый-самый верхний уровень. Ну вот, возвращаемся на начало июньского контракта, 16 марта. Не очень позитивная новость, и в пятницу тоже натарили там очень-очень много. Поэтому посматривайте-ка на 59.40 по 60.40. Если, не дай бог, открыли шорт, неспособность спота уйти ниже 59-60, наверное, лучше выйти будет с продаж и понаблюдать за этим со стороны. Так, немножко тут повыпрыгивали после затарки на радостях. 62, само собой. Открыли. Тоже открывали. И вот. Ну, практически до 61 вот это все открывали позиции. Поэтому все объемы крупные дельты на покупку выделить и зафиксировать, чтобы мониторить на случай поддержки. Так, где там у нас кластер профайл? А, вот. Нет. Вот. Золото. Страшный флет. Значит, смотрите, по золоту упали на 11, ой, 10.88, 10.80, жалко, нету Алекса Монако, 10.97, основной массив, вот, ну, 10.88, 10.98, 10 баксов. Как видите, даже по моделям у байеров очень мало шансов
Сколько тут уже сессий? Ликвидно вот были с 20.07 по 26 сессий. И начиная вот с этого дня, 22.07 по текущий день, на минимуме таком не могут толкнуть котировку выше вот этих объемов после падения. То есть у байеров, скорее всего, страх, либо же закончилось топливо, поэтому покупать, ну, разве что на какие-то уже заработанные деньги с продажи, чисто небольшим объемом рискнуть, но пока вот не видно агрессивного байера, хоть ликвидность идет, но она не создает никакого давления, дисбаланса на происходящее. Так, надо перезагрузить. Новый контракт, скорее всего. Да, новый контракт. Так, ну, в общем, заходят, переходят на новый контракт. Первый массив. Надо посмотреть дельту. Что там новички, ну, новые сделки открываются в любом случае. Первый только три сессии. Байеры скинули стопы, снова байеры. Ну, может быть, может быть. Может быть. Смотрите, в 3 дня только открылся новый контракт, судя по всему, и первый день активно работали байеры, на второй день им, похоже, походили по стопам, и сразу же сессия на рост, и даже вот 11.03. Так, объемы. Ядро, давайте этого всего дела возьмем. 10.98. 10.88, вот. Значит, если вы верите в рост, вам обязательно нужно контрольный пункт пройти 11.03 по 11.09. 3 раза уже защищали этот массивчик. Все безрезультатно. Это нужно обязательно преодолеть, если вы будете стоять долго. Ликвидность, видите, здесь достаточно стабильно идет одного уровня. То есть, скорее всего, работает это одна или несколько организаций, то есть не прыгает каждый день разное. Вот такое можно на российском рынке увидеть. То есть кто-то стабильно заходит каждый день. А нефть, бренд. О-ля-ля. Мы уходим ниже 52,7. Это мартовские цены. Так, да, помню этот. Значит, вот у нас плита поддержки 50, 48. Так, округлим. Будем держать кулаки, чтобы не опустили ниже. Ну, то, что здесь может уже и не поможет этот уровень, это уже вроде как ясно. А вот последняя надежда на вот эту плиту. Тактически для позиционщиков тут очень много и очень долго. 63-66 это пригодится, наверное, еще и на осень этот уровень.
Ликвидность, видите, идет слабенькая. Падает, но не запрыгивает никто крупный, скорее всего, ждут каких-то новостей или подтверждения, но пока не верят. По бренду не сильно. Либо уже затарились под самые все склады забиты, все танкеры заправлены. А, вот мы на Wall Street Online, да, выделяли вот этот сужающий треугольник. Выстрел был аж 2 доллара. Ну вот, осталось 45-48. Раз, два, три. Три раза поддерживали. Здесь ликвидность идет более ровная. А вот 51-53 обязательно захватите, потому что тут достаточно топовые объемы прошли две сессии, и они как раз вот в этом коридоре. А это сопротивление пока номер один для нас, это уже по масштабу выше, но до него еще далековато. Поддержка с февраля, января немножко старовато, но давайте подождем, может опять затарятся по дешевке какие-то крупные компании. Ну вот, будем надеяться. Это была нефть. Там, кстати, на YouTube выложили первую часть «Алхимики Уолл-стрит». Это ребята, которые высокочастотники. Там есть проскакивает информация полезная, как устроена вот эта биржевая связь серверов. Сигналы как проходят, как с какой скоростью заходят ордера. Ну, то есть, даже если вы не программист, там есть над чем задуматься. И на самом деле количество этих автоматизированных торговых систем высокое на рынке. Фактор человека уже присутствие на рынке низкий. Если кванты скучно смотреть, ну, снято плохо, но мы, ну, вернее, я его смотрел не как художественный фильм, а как источник информации. Потому что добраться до крупного маркетмейкера, либо там, крупных высокочастотников и подноготно узнать, очень-очень сложно. Четвертого. Кто в Москве? Килинасон на тренинг 10 на Basic, кто начинает, и к осени уже на подготовку, на стажировку. Виртуальный фонд все ближе и ближе, поэтому отрабатывайте свои стратегии, свои навыки, тренируйтесь. Это все реально. Спасибо, что пришли. Вам хороших выходных, теплых дней, солнечных. Встретимся в пятницу, как обычно, в 20:00 по этой же ссылке. Всего наилучшего, попутного тренда. Осторожнее в четверг и пятницу. Очень много новостей. До свидания, пока.